Сенаторы предложили увеличить республиканский бюджет почти на 120 миллиардов тенге. Пополнить казну на предстоящие 3 года можно за счет резерва президента и правительства. Такие поправки депутаты внесли в законопроект и вернули его в Мажилис. По прогнозам Министерства финансов, в следующем году поступление в бюджет превысит 20 триллионов тенге. Больше 3,5 триллионов привлекут из средств национального фонда. Они пойдут на модернизацию автомобильных дорог, инженерных сетей, строительство важных социальных и стратегических объектов, доложил глава ведомства. По словам Ерулана Жумаубаева, порядка 40% госказны тратится на социальный блок. Только на индексацию пенсий и пособий предусмотрено почти 5,5 триллионов тенге. Больше 2 триллионов направят на развитие системы здравоохранения. Все замечания и предложения комитетов и депутатов Сената сведены в сравнительную таблицу. Мы предлагаем увеличить сумму расходов бюджета на 119,5 миллиардов тенге. Финансирование будет осуществляться за счет резервов президента и правительства.